Так, всем добрый вечер. Почти ночь. Мы пришли на нашу огромную площадочку, и к нам пришла в гости Мона. Вон она, Мона. Куда, Мона, ты? Ты нас и так темненько. Дай папа тебя хоть поснимает при свете лампочки смартфона. Ну иди, покажи личико. Пойдем. Ну, Мона, а то ты мне только хвостик показываешь. У нас Татоша и то. Иди, сука, смотри. Ой, какая красавица. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, она у нас метисочка, да? А? А? Не, ну, это, я метисочка. Наверное, метисочка, а вчеровашка я их называю. У Татоши много подружек метисочек. Вот, ну давай, вот здесь посветлее. Татоша, иди сюда. Иди, а то мы нам скоро домой идти. Вы хотя бы побегаете, поиграете. А то я все эфирное время уделяю вот этой красотке. Вот так. Татоша, иди сюда. Так что, видите, встреча состоялась мирно. А вы хотели пройти мимо. Ну ладно, выключаюсь. Сейчас скоро мы оставим девушек наедине с самими собой, с их мыслями, с чувствами. И пойдем с Татошей домой. Все, Мона, приятно было познакомиться. Пока.